Зарабатывать от 65 тысяч тенге в месяц предлагают школьникам и студентам города. Молодежь привлекают к работам по озеленению и благоустройству областного центра. Со среды в центре занятости принимали заявления у желающих провести летние каникулы с пользой. В пакет документов, помимо стандартных, входит расписка от родителей. Подработка будет включена в трудовой стаж. Молодежные группы сопровождают вожатые. 155 актюбинских школьников и студентов уже принялись за работу. В этом году, учитывая социально-экономическую ситуацию, комиссии рассмотрено увеличение заработной платы до 90 тысяч тенге. В 2022 году при содействии Центра занятости населения города Актюбе планируется направить по данному проекту 317 человек из числа молодежи в период летних каникул. В рамках проекта привлечения молодежи к общественным работам имеют приоритет дети из малоимущих семей и дети, оставшиеся без родительских попечений. Для этого проекта выделено из областного бюджета 38 миллионов тенге.